Добрый вечер. В эфире новости на телеканале «Осетия Рыштон». В студии Валерия Козаева. О главных новостях этого дня расскажем прямо сейчас. С перевозками у нас бардак происходит. Сергей Миняйло раскритиковал пассажирские перевозки в республике. На совещании по развитию транспортной системы глава потребовал разобраться с проблемой и обеспечить жителей качественными услугами. Все нужно своевременно, все документы подготовить, ну и самое главное, качественное выполнение всех работ. Кабмин республики во главе с Борисом Джанаевым посетил Ордонский район. Проверили этапы работ на важных социальных объектах, как там развивают агропромышленный комплекс и когда жители избавят от многолетней свалки. Условия, грубо говоря, 2,5 тонны, я считаю, это довольно-таки неплохой показатель. В Северной Осетии в самом разгаре сбор урожая сои в нашей республике. Она пользуется большой популярностью. Как культура родом из Юго-Восточной Азии уживается на нашей земле и как в будущем планируют увеличить посевную площадь. Сергей Миняйло провел совещание по развитию транспортной системы. Глава раскритиковал пассажирские перевозки. По его словам, жители по-прежнему не могут получить качественные услуги. Машин не хватает, приходится ехать в набитых маршрутках. Это если повезет. Потому что после 20:00 маршрутки, цитата, куда-то испаряются. В прошлом году республика приобрела в лизинг 40 автобусов «Вектор Некс» для межмуниципальных маршрутов. По специальным казначейским кредитам планируют получить 100 миллионов рублей. Купить еще 10 автобусов среднего класса марки «Симаз». Также до конца февраля следующего года республика получит 57 таких автобусов для работы на 45 социально значимых маршрутах. Более того, регион получил специальные казначейские кредиты в размере 300 миллионов рублей на покупку 32 транспортных средств для работы по Владикавказу. Благодаря ранее проведенной работе удалось полностью обновить автопарк по всем 11 межрегиональным направлениям. Тем не менее, по словам Сергея Миняйло, общественные перевозки по-прежнему нуждаются в коренном преобразовании. С перевозками у нас бардак происходит. И от того, что мы дополнительно транспорт закупили, коренным образом, или закупаем дальше, коренным образом ничего пока еще не поменялось. Не поменялось, к сожалению. А перевозчикам, кто сегодня на связи, всем говорю, кто хочет работать, пожалуйста, милости просим. Но работать по тем требованиям, которые предъявляем. Хотите по своим требованиям работать, не будете вы работать. Ручеек закончится. Другого варианта у вас нет. Или работаете по правилам, которые установлены, в белую и прозрачно. Или не будете работать. Сегодня же Сергей Миняйло встретился с членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом. Известный правозащитник и общественник находится с рабочим визитом в Северной Осетии. Стороны обсудили совершенствование правозащитной деятельности в регионе. Речь также шла о подготовке к предстоящим выборам в республике и работе общественных наблюдателей, экспертов, соблюдении законности избирательных процессов. Работать с информацией в период глобальных трансформаций, когда отличить правду от лжи вдвойне сложно. Борьба с фейками сегодня особенно активная. Здесь нужны новые пути развития. Их обсуждали на международном фестивале «Территория мира». 3 дня журналисты, эксперты, военные корреспонденты из разных регионов будут обмениваться опытом в горах Осетии, вырабатывать подходы к правильному и качественному освещению событий. Именно это главная цель, говорят организаторы. Как прошел первый день, расскажет Дана Малышева. Тысячи метров над уровнем моря. Куртатинское ущелье, поселок Верхний Феогдон, где, как ни в одном из самых живописнейших мест нашей республики, проводить межрегиональный форум. Именно отсюда журналисты из всех регионов СКФО Южной Осетии и Абхазии начнут знакомство с нашей Северной Осетией.
Формат пленарного заседания определили сразу. Открытый диалог о том, как работать в эпоху манипуляции сознанием, когда правду в мире бесконечных фейков узнать тяжело, но как никогда важно. По словам главы Сергея Миняйло, сейчас идет борьба за то, чтобы заставить людей думать так, как нужно. И для этого есть все инструменты. Борьба за сферы влияния, да, что международному, значит, на международном фоне, да, или там в мире, и борьба за сферы влияния внутри. Это реализация личных амбиций, если это человек, да, не разу, личных амбиций для достижения, значит, используя как аргумент и средства массовой информации, да, и медийное поле, и политтехнологии, и людей в том числе. Манипулировать значит проникнуть в душу человека, а после мастерски развернуть ситуацию в свою пользу. Причем, как говорит военкор Руслан Гусаров, в этом нет ничего плохого. Инструмент убеждения, который используют везде, не исключение и семья. Мама, когда общается с ребенком, также может прибегнуть к манипуляции. Конечно, совершенно незаметно, но достаточно эффективно. Какие колготки оденем? Красные или белые? Красные или белые? Он задумался. Говорит, красные. Ну хорошо, одевай, ты же так захотел. Человек сделал собственный выбор, и это главное, к чему его подвели. Вот суть манипуляции. Мы без методов насилия подводим человека через свои убеждения, через свои какие-то там приемчики, таланты, я не знаю, через что хотите, но к собственному выбору. Как раз на манипуляции Запад, по словам автора проекта «Цифровая армия России» Анны Райской, в месяц тратит 270 миллионов долларов. Покупают блогеров, журналистов, экспертов, всех, кто сможет повлиять. Противостоять можно, нужно научиться фильтровать новости, а значит обращаться к проверенным источникам. Этому на фестивале будут учить журналистов. Мы стараемся поддерживать все, что происходит касаемо мира вокруг нас. И этот мир, чтобы стал лучше. И для этого, я думаю, в том числе и организовываются такого рода мероприятия. И я очень рад, что я приглашен, и мы приехали из Абхазии с делегацией. За 3 дня участники должны узнать, как в информационной войне, которая началась не сейчас, но сегодня ее нужно закончить, остаться победителем. В этом уже 2-й год подряд помогают эксперты. Изюминка фестиваля, музыкальный конкурс, рэп и хип-хоп исполнители «Искра». Для нас очень важно вовлекать разные слои молодежи, населения в эту работу, для того, чтобы масштабнее ее подсвечивать. В этом году к нам было подано гораздо больше музыкальных треков. Сам финал гала-концерт из 10 участников, которых отобрала именитое жюри, пройдет 26 октября. У нас будут приглашены музыкальные звезды. Это группа V7 Club, которая выступит. Их хед-вокалист, собственно, и возглавил, сама Асгасиев, конкурсную комиссию. Территория мира – это ноу-хау нашего региона. Камерный фестиваль стал невероятно популярным за пределами СКФО. В этот раз он собрал 50 участников, которые готовы говорить о глобальных проблемах, острых и актуальных. Дана Малышева, Георгий Гагиев, новости Осетии. Завершить рекультивацию многолетней свалки, держать на контроле вопросы социального развития и поддержки жителей. Эти и другие поручения озвучил на выездном заседании правительства премьер Борис Джанаев. Сегодня он вместе с Кабмином посетил Ордонский район и на месте оценил этапы исполнения проектов, в том числе прорывных. Повестка получилась насыщенная. Обо всем по порядку. Алана Тумаева. Эти белые полотна – так называемые гидроматы. Они защищают от влаги. Под ними мусор. Его свезли в одно место и утрамбовали слоями, каждый по метру шириной. Между ними укладывали слой глины. Она не позволит в случае возгорания огню распространиться. Еще по периметру установили трубы, и через них выходит лишний газ, который скапливается в отходах. После установки гидроматов поверхность покроют глиной и черноземом и озеленят. К работам приступили в конце марта этого года. Сдавать планируют в конце ноября, но обещают закончить раньше. Рекультивируют свалку по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Еще одна точка инспекции Кабмина – первая школа Ордона. Профильный министр Элла Алибекова ознакомилась с работой после капитального ремонта. Его начали в прошлом году. Здесь больше 1200 детей. Работает точка роста, создана цифровая образовательная среда. А еще учебное заведение 2-й год подряд в тройке лучших в республике. Вы знаете, что с этого учебного года глава приняла решение, что 60 лучших школ, 30 сельской местности, 30 городов,
городской, получат гранты главы. Учитывая вклад, который внесла школа, учителя получат более чем 2 миллиона, почти 2 миллиона 400 тысяч, которые уйдут на премиальный фонд за значительный вклад, еще раз повторюсь, в качественное образование школьников нашей республики. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ордоне открыли в сентябре прошлого года. Здесь 8 спортивных секций. Он оснащен всем самым необходимым для качественных тренировок. С работой ознакомилась заместитель министра спорта Аида Шанаева. Пообщалась с тренерами и детьми. А я хочу стать олимпийской чемпионкой. Я тебе искренне этого желаю. Спасибо. Тренируйтесь, работайте, слушайте тренера, и вы обязательно добьетесь. Посещают спорткомплекс порядка 600 детей. Это жители не только Ордонского района. Приезжают из Алагирского, Ирасского и Дегорского. Секции пользуются большой популярностью. Министр труда и социального развития Алина Айдарова посетила комплексный центр соцобслуживания. Услуги здесь получают 2500 граждан. Это люди пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми. Работают по нескольким направлениям. На дому обслуживают больше 600 человек. В базе центра работают психологи, готовят детей к школе, развивают моторику. Ему нравится, он большой радостью занимается с Мадиной. Угу. Результаты есть? Да. Еще здесь организовали работу в рамках активного долголетия. Социальный туризм, клубы по интересам, компьютерная грамотность и школа безопасности. Пенсионеры вместе вяжут, читают, изучают что-то новое. Я прихожу, я вот как будто бы здесь отдыхаю, я не знаю. Дома у меня все болит, это удивительно вообще. А я сюда прихожу, мне хорошо. Я жду ихнего звонка. Помогаем, конечно же, семьям участников специальной военной операции. Я могу сказать, что в настоящее время вообще, в принципе, во всех районах в рамках взаимодействия с агентством стратегических инициатив внедряется практика «Выездная мобильная бригада, помогаем своим». Это системная поддержка семей участников специальной военной операции с выездом на дом. Пример Борис Джанаев на дороге Владикавказ, Ордон-Чикалали-Скен-2, объезд Мичурина. Объект реализуют в рамках федерального проекта «Региональная местная дорожная сеть» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Техническая готовность 91%. Построили больше 5 километров. 1 мостовой переход и 3 транспортные развязки. 3 путепровода и 1 скотопрогон. Сдавать планируют в декабре этого года. Мы с вами помним, что у нас в рамках только дорожной инфраструктуры на территории республики по результатам прошлого года более 7 миллиардов рублей направлено на модернизацию всех дорог. Это у нас объезд Чикала, значит, объезд Мичурина, поэтому эту работу не нужно снижать. Направление есть, ориентиры есть. Сергей Иванович задачи такие поставил. Сейчас мы прорабатываем с вами вопрос, соответственно, объезд Архонки. Это тоже важный вопрос. Сергей Иванович на встрече с руководителем страны этот вопрос обсуждал. Поэтому все нужно своевременно, все документы подготовить. Ну и самое главное, качественное выполнение всех работ. Премьер посетил один из прорывных проектов – форелевое хозяйство «Остров Аквакультура». Это будет высокотехнологичный комплекс, и запускать планируют в 2027 году. После председатель правительства направился в районную больницу. Борис Джанаев заглянул в 2 передвижных медицинских комплекса. Они уже обслужили больше 6 тысяч человек. По проекту модернизация первичного звена здравоохранения вводят в эксплуатацию аппарат МРТ. Помещение для него почти готово, в конце года аппарат будет на месте. Затем совместили приятное с полезным – посетили кофейню в Ордоне. Ее открыли в рамках соцконтракта. На 300 тысяч рублей владелец заведения купил кофемашину. Напитки вкусные. Борис Джанаев убедился лично. Самый вкусный кофе, который я пил у нас в республике. После мониторинга провели заседание правительства. Говорили о развитии района. Активно развивается агропромышленный комплекс. Здесь больше 460 сельхозпредприятий. Развивают растениеводство, животноводство и рыбоводство. В районе в этом году реализуют 12 инвестпроектов, в том числе создание и развитие животноводческого комплекса, выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных. Для развития системы образования в 11 школах работают точки роста. Особое внимание уделяют выявлению и сопровождению одаренных детей. Министры отчитались о своих выездах на объекты. По итогам рабочего визита Кабмина готовы поручения к каждому ведомству. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики нашей республики проработать в Минстрое России вопрос финансирования реконструкции очистных сооружений город Ордон. Совместно с АМС Ордонского района организовать бесперебойное функционирование системы ЖКХ, чтобы никаких вопросов не было. Обеспечить
реализацию пилотной программы развития ЖКХ на территории Ордынского района. Министерству здравоохранения на контроль функционирования медицинских учреждений. Особое внимание финансово-хозяйственной деятельности и снижение просроченной кредиторской задолженности Ордонской клинической больницы. Министерство образования и науки провести анализ деятельности учреждений образования и представить информацию о потребностях в оснащении или укомплектованности специалистами. Продолжить работу по поддержке одаренных детей, в том числе определить в районе опорную школу естественно-научной и технической направленности и оснастить ее соответствующим оборудованием. Все поручения должны быть выполнены в срок и качественно, не на личном контроле премьера. Результаты оценят во время следующего визита. Алана Томаева, Заур Кодзаев. Новости Осетии. Реконструкция набережной в районе улицы Вахтангова продолжается. Там уже построили специальный пандус для маломобильных граждан и родителей с колясками. Будет и новое освещение. Газон отремонтируют, парапеты заменят брусчатку и установят новые лавочки. В дальнейшем планируют благоустроить территорию от улицы генерала Плиева до переулка Солянный. А еще отреставрируют старый памятник «Внук и дед». Также в этом году хотят укрепить пешеходный мост. На нем заменят старое покрытие и ограждение. Отремонтируют лестницы и сделают новые смотровые площадки. Работают по двум программам – формирование комфортной городской среды и благоустройство и озеленение. Бюджет порядка 90 миллионов. В следующем году мы планируем закончить полностью благоустройство данной набережной. 2018 года благоустройство центрального парка ведется, но на переулке Соляны и в сторону улицы генерала Плиева работы по благоустройству не проходили, в связи с чем на сегодняшний момент мы планируем исправить эту ошибку и полностью от улицы генерала Плиева до улицы Горького парковая часть будет благоустроена. Восстанавливает клетки нервной системы, содержит много белка и полезных элементов. Соя – травянистое растение семейства бобовых. Если раньше она была популярна преимущественно в Юго-Восточной Азии, то теперь ее выращивают более чем в 60 странах. Причем спектр использования культуры растет активно. Это уже и альтернатива животному мясу, и самостоятельный элемент рациона. Особой популярностью сегодня пользуются соевое масло и молоко. В Северной Осетии сою выращивают уже больше 20 лет. Урожайный ли этот год, узнавала Дзера Соколоева. Она как бы не такая, не деформированная, а полная, выполненная, поэтому довольно-таки хороший семенной материал. Почти 40% белков и столько же протеина. Кроме того, жиры, углеводы и минеральные элементы – один из самых популярных и позднесозреваемых сортов сои. Он устойчив к морозам, растрескиванию и осыпанию. Стебли растения высокие, а количество бобов на нем порядка 20-25. Сейчас сорт «Гавернор» полностью созрел. При расщелкивании он расщелкивается практически с трудом, но в тот же момент сама соя уже имеет полную физическую спелость. Влажность данного материала сои составляет 12,5%. На 25 гектарах земли выращивают несколько видов сортов разных групп спелости – Ментор, Гавернор, Изидор, Визитор. Уже убрали почти 50% урожая. На поле работают сразу две единицы техники барабанно-клавишного типа, которые намолачивают бобы. Сейчас за моей спиной едет комбайн. Вы видите, как у него горит сигнализация. Это говорит о том, что бункер хранилища техники переполнен. Он собрал больше 6 тонн, а процесс передачи бобов происходит прямо здесь, на поле. А после урожай транспортируют на завод для дальнейшей обработки. И несмотря на то, что погодные условия были не самые хорошие, урожайность в этом году впечатляет. Больше 2,5 тонн с гектара. Это при том, что соя была посеяна в пределах 80 килограммов на гектар. Основной фактор, грубо говоря, который влияет на уборочные кондиции сои, поэтому немножко ждали, когда произойдет процесс полной физической спелости сои, поэтому, как бы да, свои коррективы погода внесла, но на сегодняшний момент Бог нам благоволит, погода неплохая, без осадков, я думаю, в кратчайшие сроки, 2-3 дня, мы весь уборочный процесс
завершим. Условия, грубо говоря, 2,5 тонны, я считаю, это довольно-таки неплохой показатель. Есть у нас еще такой сорт позднеспелый, к сожалению, из линейки позднеспелых сортов. Почему к сожалению? Потому что соя является основным предшественником для выращивания озимых культур. Вот. И позднеубираемый предшественник – это, соответственно, подготовка почвы и сев озимых культур последующих, ну, не в оптимальные сроки. Но он из, повторяюсь, он из линейки позднеспелых сортов. Но на данный момент биологическая урожайность, то, что мы видим, это в районе 40 центнеров с гектара. Максим Бондарев занимается выращиванием этой культуры больше 20 лет. Еще в 2016-м работал на товарных посевах. А сой агроном знает все. Как защитить растения от болезней и не дать им заболеть. Как правильно обрабатывать, удобрять и беречь от полегания и растрескивания плодов до сбора. Почву и климатические особенности тоже давно изучил. Семена закупают только элитные высших сортов. Занимаемся выращиванием участков размножения, участков гибридизации для продажи в дальнейшем и реализации по всей России, и не только, и даже за ее пределы. Поэтому как бы из этой линейки, вот я же говорю, очень есть неплохие, скажем так, направления, которые, ну, в дальнейшем здесь могут быть реализованы на территории Северной Осетии с максимальной экономической эффективностью. Через пару дней весь урожай соберут, а уже в следующем году планируют увеличить посевную площадь и расширить линейку выращиваемых сельхозкультур. Зара Соколоева, Георгий Гагиев, новости Осетии. Всероссийский чемпионат по практической стрельбе «Айроншот» во второй раз провели в Северной Осетии. Участвовали больше 80 человек из 15 регионов страны. Многие из них – опытные стрелки, которые много лет берут призовые места на турнирах разного уровня. Возраст при этом самый разный. Это, как говорят организаторы, никак не влияет на результат. Важен исключительно опыт и умение молниеносно выстраивать стратегию. Задания сложные, необходимо без долгой предварительной подготовки, за считанные секунды в голове выстроить маршрут передвижения и устранения мишеней. В планах сделать чемпионат ежегодным и проводить его параллельно с другими соревнованиями по практической стрельбе. Мы до этого проводили, все эти годы в основном проводили межрегиональные, республиканские межрегиональные соревнования. И в прошлом году мы впервые замахнулись на всероссийский турнир. Он прошел удачно, и это было в 22-м. И в 23-м году это у нас уже четвертый всероссийский старт на нашей площадке. Мы, когда приезжаем на матчи, сама практическая стрельба – это стрельба одного шанса. У тебя дается 2 или 3 минуты в зависимости от упражнения, ознакомился, и все. И вот за это время нужно быстро выстроить алгоритм решения, стратегию, так называемый геймплан. И упражнений есть очень много таких хитростей, сложностей, где можно забыть мишень, пропустить ее. Мы изучаем расположение мишени, их количество. Мы предполагаем или планируем, где мы будем менять магазин, где у нас будут стрелковые позиции. Все это надо запомнить, пройти несколько раз, запомнить для того, чтобы выработать так называемый, мы это называем, план стрельбы или геймплан. Вот в рамках этого геймплана потом стрелок выполняет. Чем точнее он его выполнит, тем быстрее и эффективнее будет стрельба. Это были все новости вторника. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.